Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Call of Duty третью. Итак, посмотрим, что у нас за миссия здесь. Куда он денется? У нас есть имена, даты, места. Волк сдал нам все, даже фрегату. Кажется, чутье вас не подвело, капитан. Похоже, у Макарова появились друзья. Через 6 часов у него назначена встреча с главными советниками. Место гостиницы «Люстик» в центре Праги, рядом со Старой площадью. Туда направили группы первого уровня. Правда, я боюсь, они не успеют. Но вы-то рядом? Очень. Я дам знать, когда закончу с этим. Макаров устраивает совещание посреди зоны военных действий. То, что нужно. Самоуверенность ведет к беспечности. Мы войдем с двух сторон. Соуп, вы с Юрием направляетесь к церкви и обеспечите наблюдение. Город перекрыт со всех сторон. Нам нужен черный ход. Оставьте это мне. Вот так вот. Самую ответственную работу, конечно же, я беру на себя. Повстанцы ждут нас в полукилометре к северу отсюда. Давай уже с этим заканчивать. Ну-ка, что у меня за оружие-то хоть? Глаз бури. Блин, какахи. Ой, да, вот сейчас интересно, смотрите, он на подмостках за живодерами. Постойте. Убийцы, садисты и маньяки. Вижу, это быстро. Мы должны быть быстрее. Движемся тихо, парни. Укрываемся заложками. Много их, много. Конечно. И не увидят, я бы даже сказал. Вон. Лёг. С менями только не капай сюда. Не предавай нас. Господи, насилие, разруха и убийство. Вау. Вот. Сейчас я его, наверное, пристрелят. Ну вот так вот. Тоже мне миротворцы. Как вы вообще можете вот быть такими насильниками, которые убивают мирное население? Шел мужик домой или на работу. Какого вы его трогаете тут? Там прожектор еще светит прямо в глаз. О, сейчас месиво будет вот здесь. А, нет, смотрите-ка. Давайте, вытаскивайте меня. Конечно. Давай. Я сюда уже выдвинулся. Блин. Пошли давай. Рассказываешь там. Не надо петь военных песен. Докажи это действием. Стой, вижу цели впереди в 20 метрах. Не высовываться. Лишнее внимание нам ни к чему. Вот так вот. Пятеро солдат. Снайперы на крыше. Ждем, посмотрим, что будут делать. Снайпера в первую очередь надо валить. Вот так. Но я вроде как и не собирался. Блин, а здесь ползать придется, вспомнил, да. Я даже не помню, что это Call of Duty, помню только миссию. А игру не помню. Да-да-да. Блин. Этот готов. Так на всех не хватит патронов. Еще один снайпер, не дай себя заметить. Вернулся, быстрее сюда. Давай.
Блин. Давай, давай, там вон тени какие-то есть. Давай, 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 давай. Не высовывайся, их слишком много. Ну так открывай тогда, да пошли. Ложись. Ага, вот они. Фонариками еще светят. Они внутри здания. Столько трупов, блин. Надо успеть проползти. Он побазарит сейчас, да, он поди в окно уйдет. Нет, назад, назад пошел. Вот так вот. Трупов накидали везде. Отставший. Фух, не в нас, и ладно. Я думал, не каждого будет здесь сейчас простреливать. Придется действовать быстро. Че, кто-то остался? Готовься. Пошел. Ну так пошел, пошел. Вот здесь вот я всегда парился. Здесь вот не надо атаковать. По крайней мере, сразу это точно. Держись рядом. Спокойной ночи. Вон они. Стоп. Вот именно их до хрена. Так. Разведчик на крыше, сними Кайла. Уходи. Все. Ты, старина. Блин. Ты уделал, но нас четверо, а их здесь толпы. Не беспокойся, я привел друзей. Понятно. А там наши. Вот так вот. Понятненько. Давайте, давайте, давайте. Всех их перестреляйте. Мы возьмем и захватим все это дело. Давайте. Ой-ой-ой. Пусть немножко больше времени займет, чем предполагалось. Но тем не менее, дело будет сделано. Да, и чё? Давай, 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 давай. Нормально? Да подождите вы. Бегу. Блин, не успел. Ладно.
Юрий! Урий! Урий! Еще разок! Нормально. Да бля! Как вы меня достали, ну-ка. На. На. С дороги ушел. Ага. Давай, 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 давай. Движемся. Ничего себе. А мы продержимся. Куда вообще бежать? Давай. Так, наверх нам не надо, значит вниз. Столько оружия, господи. Подождите, подождите, подождите. Давай, 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 давай. Я перебегаю. Кто там еще? Ха. Вот ты не ожидал, да, что я отсюда стрелять буду? Кто-то там еще есть? Ну-ка дайте-ка я... Ой-ой-ой. Схожу. Вау, нифига! Меня самого несет куда-то. Толпа обезумевшая. А куда? Танк! Да блин! Давай, давай! Куда, куда, сюда? Давай, 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 бежим, бежим. У нас важная миссия с тобой. Еще взрыв. Не шуми. Они не знают, что мы здесь. Не собираются шуметь. Нам против такой армии это тут не... не выстоять вдвоем. И мы идем не прорваться, по моему сигналу. Прозоримую. Ай-яй-яй. Блин. Идем, придумаем что-нибудь вместе. Давай. Давай, 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 давай. Отбрехались с тобой. Там, блин, как бетеры еще не подъехали, не знаю. Не высовываться. Гражданских гонят. Убийцы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Пошли. Пошли. Давай, в дом.
Бегу, бегу. Вас тут много. Что за ополчение? Ну. Говорите. Столько людей. Давайте. Теперь вы все армия. Никто филонить не будет. Часы идут, часы спешат. В какой машине он будет? Они постоянно меняются для безопасности. Пока он не вылезет, мы не узнаем. Ты как-то очень много знаешь о Макарове. Альфа-1, проверка связи, прием. Браво-1, все в порядке, мы на позиции. Хорошо, Комаров наши глаза и уши в этой гостинице. Мы начинаем действовать по его сигналу. Вот видишь что-нибудь? Нифига я не вижу. Похоже, Макаров опаздывает на собственные похороны. Не высовывайся, пока не сможешь точно попасть. Потом стреляй сколько угодно. Хватило бы одной пули. Какие все самоуверенные, хватило бы одной пули. Да может и одной хватило бы, так. Это ему. А тебе сколько хватило бы, чтобы попасть? Почти. Братья по крови. Давай. Внимание! Приближается колонна Макарова. Вижу. Четыре бронированных транспорта. Макарова пока не видно. Они останавливаются напротив гостиницы. Ты его видишь? Ага, вот он, гад. В третьей машине. Давай. Зараза. Кажется, он смотрит прямо на нас. Значит, он войдет где-то в доме. Так, тут двое. Ладно, Комаров, начинай. А что начинать-то? Комаров, ты меня слышишь? Слышу. Наверное, забыл включить. Неважно. Макаров здесь. Приступаем к выполнению плана. Я на месте. Готовы? Готов. Юра, глянь-ка, где там Прайс. Он на крыше гостиницы. А вот и он. Вот он. Давай. Тебе вниз надо. На балконе какое-то движение. Снимем их вместе, Юрий. Ты первый. Заходишь на цель. Готовы. Блин. Только одного успел. Не вижу. Что за бред? Прайс, кто это такой? Комаров. Прости меня, Прайс. Знали, знали. Прости. Капитан Прайс. Ад ждет. Прайс, уходи оттуда! Зря ты сюда Чего пришел. Черт возьми, говори! Уходи! Живо! Господи, готовились, знали. Нас, как всегда, предали. Что за жизнь? Одни предатели. Ну, я думаю, не он, наверное, раз вместе со мной попал под этот замес. Это кто, неубиваемый Прайс? Юрий! Хватай его! Надо срочно выходить! Давай! Давай! Пойдем! Следуйте за Прайсом. Нифига себе, ракета прошла. Проскочила. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все пули мои. Да не отстаю. Можно я им прикроюсь хотя бы? Давай. Вертушка, блин. Заходи, давай.
Нам сюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ты еще и не поворачиваешь. Куда тебя посадить? Просто давай. Верни меня в дело. Здесь опасно. Надо уходить. Идем. Там нужен. Николай, выбраться отсюда. Мы тебя выслали. Блин. Да я их не видел. Он всего один был, потом откуда-то повылазили их. Идем. Нам нужен Николай. Причем, почему ты эту дверь открываешь, когда руки-то у меня свободны? Вот они, ждут нас. Тихо. Блин. Ай, давай еще разок. Идем, нам нужен. Я хочу из пистолета. Пистолет-то мощный. Давай. На. Так. Ой. На. Где? Не вижу, кто где стреляет. Блин, на крыше. Идиотизм. Нам нужен Николай. Выбраться отсюда. Мы тебя вытащим. Юрий, выходи из магазина. Подожди. Давай. Давай, на. Где ты? Вертолет. Тихо. Дверь-то что не закрылась? Комиксы какие-то. Давай, сюда. Сюда, давай. Юрий, зачем? Шевелитесь. Я, блин, тебе там все расчистил. Еще там, на улице. Знаю. А ты меня отвлекаешь. Юрий, разберись с ними. На. Меня не толкай. Бумк. Да кто меня там хреначит так сильно, причем? Их
нам кто-нибудь поможет? Помогайте нам! Давай. Тихо, разбежались. Как вы быстро бегаете-то? А нам через открытую местность-то надо было обязательно идти вот. Ну давай, теперь осталось только самая малость выжить. Ой-ой-ой. Давай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Подожди. Нет боеприпасов. Значит, надо поменять. Чё, спасли мы его? Да. Бегу, без меня чё, вы ничего не можете сделать? Не бросай. Что он меня знает? То есть на меня сейчас нахреначили? Я виноватым стал? Прости. Прости. Бежим. Тихо. Давай, я открываю. Вот тебе. Ну, спасибо. Соуп доверял тебе. Я думал, что тоже смогу. Откуда черт бы тебя побрал? Макаров знает тебя. Ну, вот такой. Молодым патриотом, когда познакомился с Владимиром Макаровым. Юра, проснись. Захаев не хотел бы, чтобы ты это пропустил. Эта сделка принесет нашему движению миллионы. За деньги можно купить многое, даже власть. Здесь мы начинаем путь к будущему, мой друг. Это где я ему руку отстрелил, да? Да. Что мы тогда сделали. В награду мы получили власть. Но власть развращает. Ну. Рассказывал. А, это ядерный взрыв был. Сегодня мы покажем миру нашу истинную силу. Возможно, тебе тоже не надо. Давай, начали. В небытие несколько тысяч человек одним нажатием кнопки. Ба! И здесь мы тоже человека спасали после ядерного взрыва. Это только начало. Это была не война, а чистое безумие. Я знаю, что ты сделал, Мила. Знаю, что ты. Мой друг, мой союзник, предатель. То, что здесь произойдет, изменит мир навсегда. Нас ничто не остановит. Даже ты. Вот так. Гребаный безумец. Фанатик.
Вы думали, что я помер? А нет, я выжил всем смертям назло. Я буду жить. Господи, я еще в наколках есть там. Как некрасиво. Помните, ни слова по-русски. Ага, это вот он расстреливал людей беззащитных. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай. Я не смогу, да? Ну я там с краю шел, конечно. Соуп. Я был русским солдатом, а не убийцей невинных. Но для него это значило, что я теперь враг. Да. Представления о мире рухнули. Чуть-чуть времени ты выиграл. Пока что. Ну что ж, а вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока!